Так, ну и вот здесь, смотрите, Клинхаммер, Одел и Гумнов. Вот такая тройка сейчас. И Одел, и это уже 3-2. Эрик Одел выводит «Динамо» вперед впервые в сегодняшнем матче. И тоже двух минут не прошло в начале третьего периода. И Оделу позволили бросить. Причем начал эту смену Эрик Одел вбрасыванием в своей зоне. И вообще неплохую смену провел. Опять там кто-то автобус.